Кослях полицейские изъяли партию смертельной алкогольной продукции, а еще задержали двух мужчин, которых подозревают в незаконном сбыте суррогата. Держать, держать, полиция! Это кадры задержания. Силовики ворвались к подозреваемым. Позже на складе обнаружили расфасованные по коробкам партии спиртных напитков и произвели опись товара. Мужчины неохотно шли на разговор с силовиками. Чье это? Чье это? Но это же не того хозяина. Вы же снимали здесь. Говорите правду. Вы работали, да? Подозреваемые изготавливали крепкие напитки в кустарных условиях с использованием подручных средств. Производство осуществлялось в арендованных складских помещениях. Здесь же хранилась подготовленная для дальнейшей реализации продукция. Из оборота изъяли около 15 тысяч литров спирта и более 2 тысяч бутылок готовой продукции. На мужчин заведено уголовное дело. Сейчас им может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.